Ой, больше всего боялся, что в зал приду и меня вот нагнут. О, тут. Прекрасно, да. Молодец. Ну, можно не пить. Можно просто спокойно. Объяснить, поговорить. Подскажите, какие у вас цели? Поднимать килограмм, может быть, 200-250. У мальчиков не растет от капусты? Всем привет, дорогие друзья. Я на мотоцикле, как вы видите. Приехал сюда, в зал СССР, который находится в Бутово Молл, потому что мне написал координатор этого зала и попросил разыграть своих коллег. Я не мог ему отказать в этом, потому что это очень прикольное предложение мне поступило. Поэтому прямо сегодня, прямо сейчас вот я сюда приехал. Надеюсь, что все у нас круто получится. Поэтому подписывайтесь на каналчик, если вы вдруг не подписаны. Обязательно ставьте лайк для поддержки, правильно? Ну и мы начинаем, наверное, прямо сейчас, поэтому заводимся и погнали. Добрый день. Никита. Меня Катя зовут, очень приятно. Очень приятно, Катя. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Угу. Никита. Очень приятно, Никита. А Ахмед. Вас? Привет. Да. Как вас зовут? Ахмед, тренер. А, Ахмед. Ахмед. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, это вы, да? Да, я. Анастасия. Ух, ничего себе. Приятно. Ой. Что такое? У вас такое рукопожатие сильное. Что есть, то есть. Вы тоже можете себе сделать такое рукопожатие. Слушайте, да, да, я человек одинокий, поэтому оно, в принципе, должно быть сильным, но, видимо, вы более одиноки, чем я. Здравствуйте. Здрасте. Меня Руслан зовут. Экспресс по залу. Эксперт. Эксперт по залу. Мама Светлана. 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 Я долго думал, на самом деле, приходить или не приходить, но меня записали. Что хотели бы сегодня потренировать? Хотел бы сегодня потренировать тяговую стану. Становую тягу? Да, извините, да. Все в голове перемешалось. Разогреем мышцы сначала перед тренировкой. Пройдем на дорожку или на эликс, хорошо? На кого? Какие цели у вас есть? И что, зачем вам сюда? Просто что? Мне интересно, что. Какой цель у вас? Мне уйти. М? Мне уйти. Нет. Мне сказали, что вот ваш тренер, я не хотел перепутать. Ага. Вот. А зачем вам заниматься спортом? Интересно. Я сейчас даже задумался. Может, правда уйти? Эллипс. Ну, когда-нибудь видели? Почти как на лыжах ходить или как с финскими палочками. Когда-нибудь видели бабулек на лыжах? С финскими палочками? Ничего себе, я в капюшоне буду. Я так просто спокойней. Вот. Еще себя не в своей тарелке пока что чувствую. Я вам помогу найти место в своей тарелке. В вашей тарелке? Нет, не в моей тарелке. Чего я хочу? Разомнемся сначала. Да, конечно. Можно поезд? Он попросил поезд. Нет, поезд. Да, вот, пожалуйста. Как включается? Вы встаете на эллипс. А, все, я понял. Ноги разомнем, коленочки наши. Хорошо. Пожмем. В жиме. А, я думал, вы будете мне ноги разминать. Я думал, что ничего себе так. Даже так. Пожмем немножечко сюда. Сядем, пожрем. А как вы говорили что-то про сфинктер или что? Финские палочки. А. Это такая, называется финская труба. Если я здесь буду делать, у меня, скорее всего, давление повысится, да, артериальное, не очень хотелось бы. А противопоказания вообще есть какие-нибудь? Либо... Ну да, мне вообще противопоказан, ну, в целом спорт. Подскажите, какие у вас цели? Поднимать килограмм, может быть, 200-250 в этом, в упражнении вот в этом. Граммов или килограмм? Килограммов. А, серьезно? Да. Интересно. Хочу грудь. Ну не вашу, в смысле, а большую. Не в том плане, что у вас маленькая, а просто типа большую грудь хочу. Стать сильным очень. Вот. Именно как, ну, как мужчина. Мужественным. Не бойтесь. Не буду, вы же со мной. Нужно за прям кратчайшие сроки мне выступить на соревнованиях по этому. Пауэрлифтинг. Полулифтинг, да. Через 10 лет, допустим. Через 10 лет прийти и поднять? Сейчас еще молодой, не, пока начинает, не стоит? Ну, через 10 лет вы сможете поднять 200. Никогда не работали в зале вообще до этого? Ну, вообще, я хотел устроиться однажды поработать сюда, в администратор. Ну, не конкретно сюда, а вообще в зал. Но нет, не работал в зале. Ну, в 6-м возрасте там, в школьном возрасте занимаетесь спортом. А, ну, нет. Тогда вам надо начать с самого начала. И закончить в самом конце, получается. Я понял. На тренажерах когда-либо работали? Считается велосипед тренажером. Но не зальный, а обычный. С колесиками сзади, на двумя маленькими. Не с первого дня, точно. Ну, я просто талантливый. Я понимаю, но... Я жилистый. Да вот, да, видно. Да. Что еще? Лодка. Ну, тоже грудь не считается. Почему? Грудные мышцы... Ну, я плыл, я не в смысле не я греб. В смысле, я просто, да. Если чувствуете, что мышцы разогрелись, то можно уже начать. А мы не начали? Ну, мы
вообще не тренировка, просто это как бы разминка. Вот сюда голову, сюда тело. Так, нет, стоп, наоборот, давай. А, я же думал, как на массаже. Ого. А вы тоже это пару лифтов? Тяжеловато. Тяжеловато. Локти у нас 90 градусов назад смотрят. Назад, совершенно верно. По поводу сфинкса, или как она? Вот это сауна, да, я слышал такая? Сфинкс? Да, у нас сауна. Наверное, сауна. Тоже в зале есть. Ахмед. Я прошу прощения, я понимаю, что, видимо, когда люди большие, они всегда качаются постоянно. Я хотел попросить совет, как вот поднимать 200. Ну да. Куда вас можно так поставить, да, чтобы... Поставьте вот сюда, вот на скамеечку. Давайте, пожалуйста. А, мне тоже нужно? Ну да. Я думал, вы просто отдельно решили позаниматься. Сам тренажер имеет вес, чтобы вы просто без веса... То есть он какой-то авторитетный или что? А это как помогает становой тяге? Сейчас. Носки можно чуть наружу развернуть, чтобы снимать нагрузку с подколенного сухожилия. Оп. А с чего страшного? Называетесь? Я этот, вы сказали, носки перевернуть наружу. Отгибайте колени. Вы сидите как на мотоцикле сейчас, получается? Ну, типа того. Если ноги вспотеют, получается, чтобы ну, чистую сторону не испачкать, да, получается? Здорово. Ну что, братан, идем качаться? Да, конечно, погнали. Что будем делать? Спину, грудь, ноги? Я предлагаю сегодня, знаешь что? Предлагаю сегодня качнуть мозги. Покер ведь интеллектуальная игра. Будем качать мозги. Братан, где же место для покера? Везде есть место для покера. За завтраком, за ужином, после съемок своих видео и даже в тренажерном зале. Ведь есть GG Poker TV. Ну и только тут ты можешь проводить время увлекательно и ярко, просматривая последние новости из мира покера. Ну а также увидеть невероятные стримы турниров с лучшими российскими комментаторами, звездами индустрии и селебрити. Тут ты найдешь разборы игр, покерные советы, ну и постоянные розыгрыши, множество подарков для подписчиков во всех соцсетях GG Poker TV. Так что давай, братишка, рубанем в покер. Ну а вы, дорогие друзья, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на соцсети GG Poker TV. И вы обязательно для себя найдете много чего интересного и полезного. Погнали! А вы откуда? Устанавливались, тренироваться, а вы... Таз сгибать и уходить назад. Нет, таз я не буду сгибать. Я буду ноги сгибать, а таз он же... Ну, и назад пойдет. Не пластилиновый. Нет, не так. Я не знаю, как погнуться, я же не этот, не пластилинец, как это... Не, вот так, да. Вот сюда. Я себя как раз как сфинкс чувствую. Не, это очень круто выглядит, честно говоря, как левитация какая-то. Ну, можно не бить, можно просто спокойно. Объяснить, поговорить, ну, бить сразу не нужно, типа, это уже крайняя мера. Хорошо. Ой, что меня потрясло чуть. Вниманием просматриваем ту мышцу, на которую работаем. Хорошо. А каким? Интеллектуальным. Ой, ой. Как будто сейчас хвост вырастет. Почему? Не знаю. Мыслями смотреть. Мы посылаем свое внимание, другие мысли. Главное, вы меня мысленно не посылайте. Я могу немножко не соображать, но я... Хорошо. У меня как будто как это, ребенка укладываете, укачиваете. Слышал историю, как один парень почувствовал, что у него хвост растет. Ага. И он прям постарался помочь ему, помочь, а потом проснулся и понял, что он, ну, обделался. Поэтому хорошо. Хвост это такое. Может вес повесить? Нет? Вес? Два блинчика, блин, два. Блинов хватило, я уж. Хорошо. И завтракал как раз, кстати, как совпадение, тоже блинами, поэтому... Ну, такое очень приблизительное. Над приседом нам придется работать долго. А присед это тоже из этой пару лифтов? Только там приседает с весом. Ну, я же ее не трогаю, как я могу ее чувствовать? Интеллектуально, мы говорили. Интеллектуально я даже никогда ничего не делаю, ее чувствую. Не ходите глубоко слишком. Странно, я вот всегда только и слышал, что пойдем. Надо глубже. Когда иду по улице, вижу девушек, я прям, ну, интеллектуально чувствую. Нет, свою не чувствую, что мне свою? Это как самому себя щекотать, не очень получается. Ножки чуть меньше, чем наши плечики. Но у меня ноги больше, чем плечи. Плечо у меня вот, а нога 42 размер. Меня просто трясет вот так. Как будто я на концерт любимой группы пришел, у меня вот. А вот в этой пластилине все такие большие? Да. Жалко, что я не такой. Не, будете, будете. Буду палестинцем? Я слышал, что грудь растет от этого. Капусты. Нет, это у девушек. У мальчиков не растет от капусты? Удобно будет, то есть не будете трястись как там. То есть можно просто лечь на коврик и... И уснуть. А так обязательно вставать? Конечно. А что?
Ну, как-то не знаю. Не по-мужски. Слышал такое, что нормальный пацан должен жать сотку. Да. Что это значит? На 100 килограмм. На 100 килограмм? Да. Понял. Вот, может, с этого начать? Плавненько наверх поясницу, опускается вниз. Не очень-то правдоподобно. Потому что есть такие, знаете, это бойцы, которые вот так вот делают, по воздуху бьют, и они там типа... Типа бойцы, вот. А это как будто типа занимаюсь. Ой, больше всего боялся, что в зал приду и меня вот нагнут тут. Прекрасно, да. Молодец. Если не выпячивать. Не выпячивать? Да. Так можно? Попробуй, но не получится. Назад. Ага. Вперед. Шаг назад. Да. Но только для разбега, я надеюсь. Нет, разбегаться не будет. Да, все равно выпячивается. Да, все равно. Заднюю вырубаю, да, получается? Приду, допустим, вот к друзьям, и они спросят меня, ну чего там, поднял штангу? Я скажу, нет, но зато я научился лежать и вот так просто руки поднимать. Уф. Ага. Ну все, присед есть. Это только с грифом и только два раза. Они скажут, что ты на полу лежишь, как пылесос просто, ну на коврике тем более. А сколько здесь килограмм? 10. Я ее 20 раз подниму, и получится, что я 200 поднял. Ну да, вот так считается, да. Математика. Математика. Так можно и 50 поднять. 50, а тогда болт он будет. Вот. Болт какой будет? Болт он будет. Наприседался немного. Думаю, вот может настояться чуть-чуть. Это, мы можем перерыв небольшой взять? Я видел рекорд всего 500 килограмм. Спина не танк, она... Спина вот так. Ну, у вас как танк, правда. А никакой вау-эффект сюда не добавляется? Танцоры, они могут делать волну на коврике. Можно увеличивать. Можно. Мне нужно попить, подышать. Можно чуть вес подбавить. Да, можно. Можно по 5 кило сойдет. Можем вон ту попробовать. Рыбу когда поймали, на берег вытащили, она тоже лежит такая. Я сейчас... 15-20. А можем, знаете, какую еще? А если... Можете подсказать, как поднимать штангу, вот как у этого парня? Как? А сколько здесь? 110 килограмм. Нет, 110 не пойдет, конечно. 110 не, ну, конечно, пойдет. Тогда если пожму 110, я не буду пацаном. Пацаны жмут 100, сотку. А тут 110, значит, ты, ну, будешь значит, не супер пацан. Это через 10 лет мы будем заниматься часто. Через 10 лет можем часто заниматься. Мне сейчас хотя бы один раз нужно поднять. Работа с большими весами, но к этому тоже нужно прийти. Я работал с большими весами. Когда? Я когда на рынке работал, ну, то есть там были весы достаточно большие, нужно было овощи взвешивать. Светлана, я, в принципе, отдохнул, вот, передышался, подумал и решил, что нужно еще, правильно? Нужно еще чуть-чуть поприседать. Нужно с пустым грифом, чтобы понять, как мы технически выполняем упражнения. Я не люблю пустое, ну, разговоры пустые, пустую трату времени, пустые грифы. 200 килограммов? Не, не можно. Почему не можно? Или в больницу. Не рановато ли еще? А сколько время? Ну как, чисто формально нет, это же ваш зал, и штанга ваша, и блины тоже. Ах, нет, я очень хочу. Что, что вы хотите? Поднять ее. Вы не можете. А вы можете? Ну, иногда. Сначала нужно изучить технику, попробовать вообще что-то. Ну, сейчас мы познакомимся. Мы же только с грифом начали приседать. Ну, тут по 4 просто. А это что? Продеваться на кисти, чтобы нам зафиксировать свое положение. Круто. Как это именно... делать? Я тоже хочу иногда. Вы не можете. Ну попробуйте, они не поднимают. Ну пожалуйста. Нет, вообще не стоит. Мне вот сказали, что нужно сначала познакомиться с техникой. Да. Можно надо изучить технику. Техникой. Я Никита. Александр. А, вы не техника? Нет. Понял, а кто техник? Я видел, там ребята делают так, они бьют друг друга перед тем, как это. Можете меня ударить, если что? Ну так, чуть-чуть по плечику тебя вот так вот. А это вот что? Это бойз для спины. Вы мне говорите, что я не смогу, типа, чтобы меня взбодрить, что у меня все получится. Нет. Нормально? Теперь я понял, как себя чувствуют девушки. Давай. В корсете. А, да, можно попробовать? Я бы ремень рекомендовал бы. Давай там технически попробуем, еще раз повторим, как это делать. Не повредите себе ничего, пожалуйста. Еще сильнее, терплю. Нормально? Да, вот. Почему не поднимаются? Опа. 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 Опа
что сразу не сказал. Как так сделал? Может, они это пластилиновые? Достаточно глубоко было? Да. А по скорости? Как вы это сделали? Согнул ноги. Таз не сгибал, кстати. Нормальный человек? Нет, я нормальный пацан, получается. Обычно я всегда просекаю, когда узнают, а вот сейчас я не понял, да, я думал, что все идет так хорошо. Настоящий? Ваша заслуга, на самом деле, Светлана. Вот она, можно поднять через 10 минут. Если без первого дня 200 килограммов, то все. Подойдите вот сюда. Мне просто кажется, что вот там парень стоит, он снимает, мне кажется, на камеру. Не знаете почему? Он хочет посмеяться над нами, нет? Давно. Это розыгрыш на ютубе. Вот. Была уверена, да, в этом. Ну, невозможно, чтобы человек сразу просто без разминки, без всего, трясясь на гиперэкстензии, поднимал такой вес. Правда. А сам я спортсмен, поэтому... О, ты тут. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, ролик вам очень понравился. Нас впереди ждут очень интересные форматы, новые. Будем менять рубрики, потому что уже одно и то же, я тоже все понимаю. Поэтому будем менять рубрики. Если вы вдруг не подписаны, подпишитесь, потому что это 10 очков карме. А карма, знаете, ребята, штука такая, с ней шутить нельзя, поэтому подписывайтесь. Поставьте, пожалуйста, лайк под это видео, если вы еще вдруг его не поставили. Ну а с вами был, как всегда, Никитос. Всех обнял, всех приподнял. Ну и всем пока. Пью.